Сегодня мы поговорим с вами про жиросжигатели. Девушки очень часто спрашивают, какие хорошие, какие точно работают и какие вообще надо пить и как их. Значит, по жиросжигателям я, как и все остальные ролики, буду говорить кратко, мало, но по существу. Я скажу так, что эту группу препаратов жиросжигателя я не сильно поддерживаю. Мне L-карнитина с головой хватает. Но если брать во внимание, все-таки вам сильно хочется попробовать. Попробуйте, вот, например, Черная Вдова. Black Spider 25 и Федра. Вот так она выглядит, баночка. Тут 100 колес. Полностью, ну, все расписано, видите, вот, и срок годности стоит, все. Баночка прозрачная. Здесь более, если вот брать, видите, здесь вообще расписано на самом этом, видите, под этикеткой. Здесь тоже текст. Ну и производитель Клумафарм. Таблетки желатиновые, капсулы такие вот черного цвета. Никаких надписей на них нет. Я разбирал ее, пил. Он очень такого горького, приторного вкуса. Говорят, что здесь, ну и Федра, это как бы тоже вытяжка с растения. Значит, скажу так еще, чтобы тоже сразу вас предостерегу. Начинайте пить с одной капсулы. Я даже, например, начинал с пол капсулы. То есть разбирал ее, пробовал все. За час, за полтора до тренировки надо вам будет пить ее. Еще хочу сказать то, что есть привыкание. То есть недельки 2-3 попили, даже если и по три штучки будете пить, все равно потом организм привыкает, и вас вообще не штырит, не вставляет. Абсолютно. То есть надо будет делать перерыв, а потом продолжать. Все жиросжигатели, в том числе это и Федра, действуют хорошо только в том случае, если вы придерживаетесь более-менее нормального сбалансированного питания спортивного, то есть там 6-8 раз в день, но по чуть-чуть. И тренировки. Так что вот так. В общем, в принципе, все. Смотрите наши ролики. Пишите комментарии, что вы еще хотели бы увидеть, услышать. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Комментируйте. Ну и, ребята, хороших вам тренировок, успехов в спорте. Всего-всего наилучшего. Все, пока.